Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и все мы знаем о пяти концовках хоррор-игры Гренни. Три хорошие, а две плохие. Но знаете ли вы, что некоторые концовки Гренни были запрещены в разных странах? А знаете ли вы, что есть и шестая плохая концовка Гренни, которая запрещена во всех странах мира? Ну а по всем по порядку. А для начала подпишись на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду и быть выше всех. Ведь придет время, и Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Первую концовку мы рассмотрим, как Гренни закидывает нас в подвал, а затем резко появляется над нами, пожирая сначала наше лицо, а потом все остальное тело. Эта сцена запрещена в странах, где еле-еле избавились от каннибализма. Это Индия и Южная Африка. Причем в Южной Африке от каннибализма избавились еще давно. Просто в Западной Африке каннибализм процветает все еще. И чтобы не вызывать старый инстинкт, эту концовку запретили. Вторая концовка. Хорошая концовка, где мы убегаем от Гренни, и она стоит и смотрит на нас за порогом. Казалось бы, что в этой концовке не так, но и она запрещена. Эта концовка запрещена в Монголии. Из-за древнего обычая, в котором говорится, что через порог нельзя говорить, передавать вещи, и даже сидеть на пороге нельзя. Все потому, что раньше мертвых хранили под порогами дома. И что-то делая через порог, вы их очень сильно злите и приносите несчастье. Третья концовка, где Гренни запихает нас к водке и расправляется с нами отрубкой головы. Головы, как древние времена. Эта концовка запрещена в Израиле, где живут евреи, из-за того, что происходило во времена Второй мировой войны, когда Гитлер массово уничтожал евреев. Четвертая концовка. Это редкая концовка, которую можно получить, взяв медведя Тедди и положив его в детскую кроватку. И в конце мы увидим, как с Гренни стоит призрак Слендерины. Так вот, эта концовка запрещена в Китае из-за официальной цензуры. В Китае запрещено любые показы фильмов или игр, где есть призрак. Там даже запрещено охотники на привидений. На этом все. Я уверен, что об этом вы не знали. И стой, не спеши уходить. Ведь тебе надо нажать на лайк и вступить в мою Суприм-банду. Ах да, я забыл еще о той шестой концовке, которая запрещена во всех странах мира. Если мы наберем на этом видео 5000 лайков, что почти нереально. Но если наберем, то я вам расскажу и покажу эту концовку. А теперь быстрее ставь лайк и подписывайся на мой канал, чтобы дождаться той концовки. Ведь ходит слух, что эта концовка проходит реальной жизни. А также смотри мои прошлые видео, к примеру, дом призрак, где я поселился в дом с призраками, пытаясь разгадать тайну прошлых жителей. Оно очень страшное. А на этом все. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока!